Добрый день, дорогие друзья! Мы вот сейчас с вами находимся в районе Солнечной долины. И посмотрите, какие здесь великолепные места. Море, горы, лес крымский, скалы. В общем, красотища. И, друзья, крымские пейзажи, они не только красивы, но они еще и очень богаты разными полезными для человека растениями, ягодами, грибами. И вот недавно вошел в силу, я уже на канале говорил об этом, статья в Уголовном кодексе о том, что будут наказывать от 6 до 9 лет за сбор краснокнижных грибов. Представляете? И уже эксперты выступили по этому поводу, сказали, что это совершенно непрофессиональный подход со стороны депутатов. Если сбор краснокнижных растений, да, он действительно наносит серьезный урон популяции этих растений, то насчет грибов здесь совершенно иная ситуация. Если грибы срезать, то это совершенно не вредит популяции грибной. Поэтому никакого смысла в таком жестком наказании за сбор краснокнижных грибов нет. Но, увы, сейчас, если кто-то даже по незнанию пойдет в лес собирать грибы, вот здесь пройдут дожди скоро, и крымские леса наполнятся грибами самыми разными, в том числе и, конечно же, краснокнижными. И если инспектор остановит, скажет, покажите свою корзиночку, обнаружит там грибы краснокнижные, то можно очень серьезно поплатиться. Штраф 1 000 000 рублей, а самая такая суровая мера наказания — до 9 лет лишения свободы. Вот абсурд, конечно, но, увы, друзья, кто предупрежден, тот вооружен. Поэтому нужно быть бдительным. Ну что ж, друзья, тема, конечно, не очень веселая, но зато, я думаю, ее сгладили красоты крымского пейзажа. Вот, друзья, неудивительно, что в Крым приезжает много людей на постоянное место жительства, потому что здесь воедино собраны такие вот разные пейзажи. Морской пейзаж, теплое Черное море, здесь вот горы тут же, скалы, леса. Если мы поедем дальше от моря, там уже начинаются степи. В общем, Крым небольшой, но здесь такое сосредоточие разных природных ландшафтов, что просто диву даешься. И когда кто-то сравнивает Крым со Швейцарией, то знаете, друзья, это, я считаю, не комплимент. Крым уникален, и Швейцария по-своему уникальна, а Крым по-своему красив и неподражаем. Что ж, друзья, всем мира и добра. Пока-пока.